Привет! Как дела? В начале июня королева Великобритании отмечает свой платиновый юбилей. Что это такое и какова программа официальных мероприятий, я расскажу сегодня. Итак, что же такое платиновый юбилей? Это 70-летний юбилей правления королевы Елизаветы II, которое началось, когда ее отец, король Георг VI, скоропостижно скончался в 1952 году. Спустя два дня после этого трагического события Елизавета II была провозглашена новой королевой Великобритании. А уже 2 июня она вступила на трон. Именно поэтому все королевские юбилеи правления монарха на троне отмечаются в начале июня. Так, в 2012 году королева отмечала Diamond Jubilee, то есть бриллиантовый юбилей, о котором я вам уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. А в этом году она отмечает Platinum Jubilee, то есть платиновый юбилей. Напомню, что королева Великобритании Елизавета II стала самым долгоправящим монархом Соединенного Королевства 9 сентября 2015 года и побила рекорд ее прапрабабушки королевы Виктории. И в эту честь на Темзе был произведен водный салют. Я ходила снимать это мероприятие, и вот как это было. А совсем недавно, 6 февраля этого года, она побила рекорд современной монархии, главным долгоправящим правителем которого был тайландский король Пумипон Адульядет, который правил на троне 69 лет. Итак, в современном мире королева Елизавета II стала самым долгоправящим монархом в мире. Однако, чтобы побить абсолютно все мировые рекорды, ей нужно продержаться на троне еще около 2 лет. Так как среди архивов есть единственная запись самого долгоправящего на троне короля Людовика XIV. Он правил Францией 72 года, вступив на трон в 5-летнем возрасте. Так что королеве есть еще к чему стремиться. Будем надеяться, что она не сдаст свое правление принцу Чарльзу, несмотря на недавние слухи, так как она не открывала парламент, и вроде бы как поговаривали, что она уже сдает трон своему сыну, первонаследнику, и попробует побить рекорд короля Людовика XIV. Это вот все, что известно на данный момент из истории. Ну а какова будет программа 4-дневного официального праздника Великобритании, я расскажу сейчас. Итак, программа составляет 4 дня со 2 по 5 июня 2022 года, в которую войдут официальные торжества, а также народные гуляния по всей Великобритании. 2 июня состоится праздничный юбилейный красочный парад королевских войск. Тот, который обычно проходит в ее официальный день рождения в середине июня, был перенесен на начало июня в связи с праздничными событиями. Именно в этот день парадом пройдет огромная масса трупов, то есть английских войск. Так и называется Trooping the Colour, то есть красочный парад войск. Также в мероприятии будут участвовать огромное количество оркестров и конной гвардии. По завершению парада, по традиции, вся королевская семья выходит на балкон Букингемского дворца, чтобы поприветствовать своих подданных и посмотреть самолеты королевских воздушных сил, которые пройдут парадом над Букингемским дворцом. Было заявлено, что герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл,
с детьми приедут на празднование, но на балкон, как члены королевской семьи, они не выйдут, так как сложили свои полномочия, но в принципе являются любимыми членами самой семьи и будут принимать участие в других торжественных мероприятиях. Именно в этот приезд Елизавета II наконец-то впервые увидит свою правнучку, которую назвали в ее честь Лилибет. 3 июня в окрестностях собора Святого Павла пройдет служба в знак благодарности королеве и ее правлению. Скорее всего, это будет, как и в 2012 году, День Благодарения, службу которого посетит и сама королева, а также все члены королевской семьи. Служба состоится в 11:30, а перед ее началом с 10:50 до 10:55 будет звонить Большой Павел, самый большой церковный колокол в стране. После службы в Гилдхолле состоится прием, на котором прозвучит новый гимн, написанный королевским мастером музыки Джудит Вейер. В субботу, 4 июня, королева и другие высокопоставленные члены королевской семьи посетят день дерби на ипподроме Эпсом Даунс в графстве Сурей. А позже, в этот же день, в Букингемском дворце состоится платиновая вечеринка, на которую соберутся более 22 тысяч гостей. К сожалению, на эту вечеринку попасть уже невозможно. Около 10 тысяч билетов было продано, а так в основном все гости проходят по приглашениям. Но, однако, вечеринка будет транслироваться на телеканале BBC. Так что, если хотите попасть внутрь Букингемского дворца, точнее в его сад, включайте телевизор и смотрите, что будет там происходить. Также в этот день перед Букингемским дворцом пройдет гала-концерт длительностью в 2,5 часа, в котором примут участие мировые знаменитости, как звезды музыки, кино, телевидения, так и спорта. И другие деятели культуры и искусств, такие как Андреа Бочелли, группа Дюран Дюран, Род Стюарт, Алиша Кис и многие-многие другие. А самым главным заключительным моментом станет выступление группы Queen с вокалистом Адамом Ламбертом, который, возможно, повторит знаменитое выступление гитариста коллектива Брайана Мэй, что исполнил гимн «Боже, храни королеву» на крыше Букингемского дворца 20 лет назад, в золотой юбилей королевы. Воскресной кульминацией праздника 5 июня станет грандиозный карнавал, на организацию которого было затрачено более 15 миллионов фунтов стерлингов. Он пройдет 3-километровым маршрутом от Вестминстерского аббатства, где будет дан старт колокольным звоном, до Букингемского дворца. И его процессия будет состоять из музыкантов, танцоров, военных и добровольческих организаций, которые расскажут историю правления королевы Елизаветы II. В центре шествия вы увидите золотую карету, которая обычно используется для коронаций и юбилеев и не появлявшаяся с 2002 года на улицах Лондона. На этот раз карета будет перевозить не королеву, а архивные кадры дня ее коронации. Карнавал будет разделен на 4 части под следующими названиями: «За королеву и страну», «Время нашей жизни», «Давайте праздновать» и «Счастье и слава». В первой части пройдет военный парад, состоящий из 1750 солдат и 200 лошадей. Это армия, флот, военно-воздушные силы Великобритании. Так они продемонстрируют военные силы, которые защищают и охраняют королеву Великобритании и ее подданных. Вторая часть – это яркая демонстрация британской жизни на протяжении всего 70-летнего правления королевы Великобритании, включающие основные направления и веяния, а также главные символы Великобритании за прошедший век. Такие, например, как знаковые автомобили Джеймса Бонда, представители уличной моды от Тедди Боя в 1950-х годов до панков и рейверов 1990-х. Третья часть парада «Let's Celebrate», то есть «Давайте праздновать», расскажет историю жизни королевы в 12 частях, где будут упомянуты и ее собачки Корги, а также любимые лошади. В шоу будет участвовать огромный дракон высотой в 21 фут,
с огромными крыльями. Пурпурно-белое коронационное одеяние Елизаветы II будет воссоздано 80 танцорами. Свадьба королевы с герцогом Эдинбургским будет продемонстрирована в 4-ярусном свадебном торте, испеченном кулинарами-акробатами прямо на ходу. Последняя четвертая часть состоится прямо перед Букингемским дворцом вокруг мемориала королевы Виктории. Там представители общественности, как всегда, споют традиционный гимн «Боже, храни королеву», в котором примут участие евангельский хор и оркестр королевской морской пехоты Ее Величества. Британцам же за пределом Лондона предложено участвовать в большом юбилейном обеде, ежегодном мероприятии, которое проводилось с 2009 года для объединения местных сообществ. Более 600 тысяч уже зарегистрировано на это мероприятие. Во многих городах огромные столы с чаепитием, а также барбекю накрываются для гостей этого праздника. Вот такие вот события ожидают Великобританию в начале июня. Возможно, я покажу вам некие кадры с этого праздника, так как подруга обещала мне прислать несколько фотографий, а также видеоматериал. Я расскажу и покажу вам все, как это было там, не выезжая из России. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!